Генерал, это было самое обычное задание. Похоже, исчезновение квеста вас не волнует? Микросхема здесь, и это главное. Ваш человек ценности не представляет. В нашем деле жертвы неизбежны. Я был вам верен 30 лет, как и Роберт. Разве для вас это ничего не значит? Мне кажется, вам обоим хорошо платили за вашу верность. Забудьте о нем. Скорее всего, он валяется пьяный в каком-нибудь каирском баре. Займитесь лучше... Вы лжете! Я знаю, вы причастны к этому. Нас раскрыли, и когда вы получили микросхемы, Роберт стал вам не нужен. Вы приказали убрать его. Убрать его? Я могу и сам избавиться от надоедливых офицеров. Любой инструмент рано или поздно приходит в негодность. Ну и как тебе внутри, Джон? Я тут в самой гуще событий. Син-У только что покончил с Уайтом. Очень грязно. Надеюсь, кошмары тебя мучить не будут? Я залезла в их систему, но там никаких намеков на то, зачем им понадобились микросхемы. К тому же я не могу добраться до ядра их системы. Похоже, это отдельная изолированная сеть. Найди главный терминал и скачай оттуда данные. Прежде всего, подключи микропередатчик к их системе связи. Терминал связи найдешь наверху. И смотри по сторонам. Может, там еще что-нибудь интересное есть? 17-я миссия G2. Игра приближается к своему завершению. Будем выносить всех и вся. Готовы. Сразу 5 я там положил. Ага. 5 человек одним броском гранаты. Начало мне нравится. Теперь нужно разобраться с остальными. Вон они там бегают. Теперь отсиживаемся за этими ящиками. Сейчас они сами все сюда сбегутся. Мы их будем расстреливать в этом проеме. Ждем следующего. Зачем за ними бегать, если они сами прибегут к нам, правильно? Так, они вызвали какое-то подкрепление, потому что количество ног, топот увеличился. Ящик, что ли, меня увидел? Получай за это. Так, ну чё? Всё? Все кончили? Нет, не все. Слышу вопли. Собака. Даже выстрелить меня успел. Вот теперь, кажется, все. Теперь точно все. Неплохо было гранату. Да, у меня 2 гранаты. Подобрал у кого-то гранату. Так, что нам надо сделать? Здесь мы начали. А, нам нужно найти план. План лаборатории. Он в одной из этих тумбочек. Так, нашли план. План нашли, теперь нужно что-то там отключить, какой-то компьютер. Ага, вот этот вот.
А, ну, вернее, вживить туда какой-то чип. Поставили чип. Теперь вниз. В подземелье. Там лаборатории. Этот даже нас не видит. Еще одна граната. А, у нас уже гранаты не лезут. Вентиляция. Вот эта дверь вентиляцию. Через вентиляцию пойдем. Есть несколько путей в лаборатории. Но вот этот путь мне лично больше всего понравился. Здесь вот очень осторожно. Тут может быть много противника. Камера не уничтожается, да? Видимо, да. Вот мы, в принципе, и добежали практически до компьютера, на котором... Что там нам надо? Загрузить данные об электромагнитном оружии. Ага. Никого. Их тоже... Потихонечку, нам сейчас не нужно поднимать шум. К счастью, тут никого вроде рядом нет. Тут можно, кстати, затариться шприцом. Вот шприц. Сразу же его применяем. Все, поправили здоровье. И вот компьютер, с которого нужно забрать данные. Сразу нужно приготовить пути к отступлению. Подумать о том, куда отступать. Все, я понял, куда поступать. Господи, он сумасшедший. Син использовал средства китайской программы космических исследований и построил военный спутник с электромагнитной импульсной пушкой. Он хочет уничтожить все остальные спутники, включая спутники противоракетной обороны США и спутники системы GPS, и развязать Третью мировую войну. Но тут нет никакого спутника. Потому что спутник уже на борту первой китайской пилотируемой ракеты. Ракета отправляется на орбиту через несколько часов. Мы уже в пути, но все равно можем не успеть. Придется тебе опять поработать. Постарайся остановить запуск ракеты. Так-так-так. Что это у нас тут? С кем имею честь? Меня зовут Джонс. Дэвид Джонс. Полагаю, это вас я должен благодарить за мистера Квеста. Позвольте мне ответить услугой на услугу. У нас проблемы. Так, сидим здесь. Держим оборону. Сейчас будут наседать со всех сторон. Там я четверых положил, да? У меня половины здоровья уже нету, кстати.
откуда слева, справа придут, я не знаю. Желательно, чтобы они шли с одной стороны все. Блядь, сколько же их там, а? Так, рожок полный, магазин полный. Блядь, страшно, честно говоря, очко играет. Сейчас высунусь, и все, и сразу кранты. Я спрятался за ящиками. Они меня ищут. Я боюсь высунуться, потому что я играю без сохранений. Так, я выдал себя, сейчас они сами сюда придут. Сидим тут. В прошлый раз вот они отсюда шли. Надеюсь, в этот раз будет так же. Так, и что? Тихо. Играю без сохранений. Вот где-то там должен быть этот псих китайский. Ага, из бесшумного оружия, чтобы не выдавать свое положение, мы их расстреляем. Китаец готов. Ну тут все китайцы. Генерала я замочил. Думаю, ему это больше не понадобится. Аня, ты заставил тут... меня понервничать. Ладно, хватит болтать. Я ввела в твой компьютер новые данные. Отправляйся к месту запуска.